Всем привет, друзья! Сейчас блокчейн Binance Smart Chain стал невероятно популярным среди новых стартапов, стремящихся как можно быстрее раскрутиться в сети и сформировать устойчивое сообщество пользователей. Одним из таких перспективных проектов является Pumpify. Он также работает на блокчейне Binance Smart Chain. И несмотря на то, что он появился не так давно, это является его основным преимуществом, поскольку на нем фармят пока еще небольшое количество средств. Соответственно, пока еще и конкуренция между участниками не так велика. Это означает, что те, кто уже сейчас начнут с ним работать, могут рассчитывать на хороший профит от своих вложений. Если прочитать документацию, становится понятно, что Pumpify – это децентрализованная платформа, созданная для того, чтобы управлять активами пользователей, и одновременно это агрегатор урожайности, функционирующий на блокчейне BCS. Проект запустили на данном блокчейне без предварительной продажи, чтобы оптимизировать доходы фермеров с минимальными затратами. Она ориентирована на то, чтобы каждый пользователь децентрализованных финансов мог использовать разработанный командой создателей запатентованный динамический оптимизатор сбора урожая и получать прибыль. Пользователи на площадке могут делать ставки и сдавать в долг свои криптовалютные активы, чтобы получить с этого прибыль. Чем больше активов фермеры дают в долг, тем на больший процент прибыли могут рассчитывать. Как указывают создатели, главная их цель заключается в том, чтобы разработать и внедрить новую устойчивую экономическую модель, в которой токены системы PMP были не просто средством сбережения, но и средством обмена внутри экосистемы, а также способом эффективного заработка. На платформе их планируют также использовать и как способ распределения дохода платформы. Всего будет выпущено 100 токенов PMP. Токены выступают в качестве награды на площадке и торгуются они на децентрализованной бирже PancakeSwap. Как я уже говорила ранее, проект начал работать не так давно. И поэтому все, кто начнут включаться в него, смогут без проблем нафармить себе токены PMP с большими процентными ставками. Потом их всегда можно продать намного дороже, когда цена на них неизбежно поднимется. Чтобы работать с токенами, понадобится кошелек и лучше всего выбрать MetaMask. Он наиболее предпочтителен. Пополняется баланс монетами BNB и выбирается актив для фарминга. Пользователи могут выбрать различные пулы, имеющие разную волатильность и прибыльность. Когда пользователь определяется с пулом, покупает токены и потом фармит их, оплатив небольшой комиссионный сбор. Причем комиссия весьма низкая, каждый пул для фарминга имеет свой комиссионный процент. Что касается смарт-контракта проекта, он уже прошел аудит, а сама площадка прошла регистрацию на CoinMarketCap. Это служит доказательством того, что проект Pumpify имеет все шансы на то, чтобы занять одну из ведущих позиций. Стоит отметить и такой нюанс. Как только количество пользователей начнет расти на площадке, то неизбежно станет и падать прибыль от фарминга, потому что между ними будет увеличиваться конкуренция. Так что выигрыши будут те участники проекта, кто либо сейчас уже фармит пулы или в ближайшее время присоединится к проекту. Всем остальным придется рассчитывать на меньший доход. К тому же сейчас выгодно покупать токены, пока цена на них еще вполне оптимальная, потому что после запуска партнерской программы стоимость монет резко вырастет. Такова стратегия проекта. От самих пользователей зависит, смогут ли они воспользоваться возможностями заработать или же довольствоваться небольшой прибылью. Токены PNP относятся к классу дефляционных токенов, поэтому их стоимость будет расти. Инфляция им точно не грозит, что является дополнительным стимулом к их приобретению. Отдельно стоит сказать и про реферальную программу проекта. Она включает в себя несколько уровней. Все пользователи, кто станет участником клуба Pumpify, могут получать на каждый из уровней определенный процент реферальных бонусов. Фактически, проект предоставляет возможность бесплатно получить несколько монет и еще заработать на этом, когда он будет раскручиваться в сети. Так что стоит вступить в клуб Pumpify, чтобы получить еще больше бонусов от работы платформой. К тому же создатели не предлагают заоблачных процентов от фарминга, как некоторые, а предлагают зарабатывать хороший профит. Но только если пользователи сейчас вступят в клуб, начнут фармить пулы и купят токены, пока они еще стоят не так дорого. В ближайшее время стоит ожидать резкого увеличения количества участников, поэтому лишь те, кто уже фармит и купили токены или сделают это сейчас, будут иметь больше всего прибыли. У вступивших позже она окажется меньше. Так что стоит вступить в Pumpify и зарабатывать. На этом у меня все, друзья.
Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить этот проект, то специально для вас, мои любознательные друзья, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. А также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием прочту все ваши мнения и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!